Югорчанин попал в аварию в Красноярском крае и почти 2 недели жил в машине. История произошла в конце июля, когда дальнобойщик из Ханты-Мансийска Алексей Буров вез груз с севера Иркутской области в Богучаны. Когда до конечной точки маршрута оставался примерно километр, машина улетела в кювет. Грузополучатели подъехали сразу же, удержали с водителя 30 тысяч рублей за аварию, а инспекторы ГИБДД выписали штраф 5 тысяч рублей за сбитый знак. Однако помощи никто не предложил. Все развернулись и уехали. Безрезультатно закончился визит для Алексея в местную администрацию. Там не пожелали вытаскивать машину. Только после того, как об истории узнали блогеры Красноярского края, они пригнали трактор и разровняли подъезды к фуре. Нам удалось связаться с Алексеем. Он рассказал, что помощь ему уже не нужна. Мне не надо, мне уже помогли. Честное слово, не надо. Жители местные. А всем помогли. Не знаю, никто у них ни денег, ничего не просил. И деньги там что-то наскидывали на карточку. И так, и в баню. Ну, всем, что нужно, всем помогли. Вообще. В итоге решающую роль в спасении Алексея и его фуры сыграли полицейские. Они пригнали служебный «Урал» и выдернули грузовик из кювета. Водитель забрался так далеко из-за того, что у его транспортного средства отказали тормоза. Более того, пока мужчина искал спецтехнику, чтобы вытащить фуру, кто-то украл деньги и часть его вещей из кабины. Сейчас югорчанин едет домой, в столицу Югры, на автобусе и собирается вернуться за машиной в Богучаны через некоторое время.